отряде Йорвита есть ведьмак. Оказалось, он ублюдок, как все тхойны. Что случилось? Он предал нас. Предложил мне договориться. Мы встретились там, где растут розы памяти. Розы памяти? Их теперь мало. Он думал, ради власти я предам брата. Никогда такого не видел. Ни один человек не может так быстро двигаться. Это была резня. Я принял первый удар. Он меня не добил. Это был Лето. Я бы умер, но меня нашли люди Лоредо. Мы получили то, ради чего пришли. Что дальше? Йорвит. А если Йорвит уже знает? Придется напомнить ему старую поговорку. Враг моего врага — мой друг. Я хочу, чтобы ты знал. Чтобы спасти Йеннифер, я поеду за тобой на край света. Я в долгу перед ней и перед тобой. Я готова бросить придворную жизнь, политику, закрыть глаза на убийство королей. Я даже смогу жить в Каэр-Морхене. Все зависит от тебя. Трис. Позволь мне закончить. Я не смогу сказать этого во второй раз. Если ты решишь уехать один, я все пойму и не буду тебя больше мучить. Я не знаю, что принесет будущее, не знаю, что кроется у меня в голове, но что бы там ни было, я не хочу тебя терять. Я был бы последним дураком, неблагодарным идиотом, если бы позволил тебе уйти. Как мило. Спасибо тебе. Значит, мы оставим убийц Верна Нураше и займемся своими делами? Я хотел бы уйти, но сперва мне надо восстановить мое доброе имя. Люди Фольтеста и охотники за головами не оставят меня в покое. А я не хочу такой жизни ни для тебя, ни для себя. Кроме того, я буду чувствовать, что сдался, когда еще можно было что-то сделать. Это будет похоже на бегство, хотя мы еще не проиграли. Что бы ты ни решил, ты можешь на меня рассчитывать. Мне понадобится несколько дней, чтобы приготовить заклятие. Пойду поговорю с Золтаном о Йорвите. Когда я покончу с убийцей королей... Мы вернемся к нашему разговору. Всем добрейшего времени суток. С вами Горыныч и 14-я часть ностальгического видеопрохождения игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Так. Так, найти для Нэшки язык тролля, глаза, главоглаза, эмбрион Андряги, эссенцию смерти. Значит, пока мы не сможем выполнить этот подквест, не достав глаза Глуоглаза. Соответственно, для того, чтобы их достать, нам нужно поговорить с Золтаном Хиваем и встретиться с Йорвитом. Как вы помните, в одной из частей там был флешбэк, когда Йорвит встречался в тайном убежище с Каэтаэлей, и это убежище охранял как раз Глуоглаз. Давай, Золтан, потренди. Золтан, у меня к тебе просьба. Валяй. Я слышал, что ты знаешь местных Скаэтаэлей. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Мне надо добраться до Йорвита. Знаешь что? Ты не думай, что у меня со Скаэтаэлями все схвачено. Йорвит меня терпеть не может. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей. Йорвит? Я думал, он обычный бандит. Ладно, нечего тут гузно просиживать. Пойдем, расскажешь все по дороге. Так, и секундочку, давайте зайдем в алхимию. Так, масло, масло, масло от призраков нет. Коричневое масло. Ладно, хрен с ним. Ну, пошли. Веди, Золтан. Кто тебе вообще сказал,
что у меня есть контакты со Скаэтаэлями. Лоредо. Ох, хер моржовый. За что он хотел тебя повесить? За контакты с белками? Какие рвать его мать контакты? Встречал пару, да, конечно. Но чтобы контакты... Что ты знаешь об их командире? Говорят, Йорвит полный псих. Но Скаэтаэли слушает его, как родную мамочку. Знает, сучара, чего хочет. Надеюсь, что и мне расскажет. Я тебе скажу, что из двух зол Лоредо самый вредный хер. Это потому, что он хотел тебя повесить? Он настраивает местных против нелюдей. Ходят слухи, что он снюхался с Каэдвеном. Зачем ему это? Он хочет денег, богатства. Каэдвен охотно присоединит к себе очередной кусок земли, а Лоредо получит свои привилегии. Пойдем, нам еще порядком топать. Как я уже говорил, лучше, конечно, не ночью, а где-нибудь днем топать, потому что сейчас на нас и днем будут нападать всякие твари. Надо забраться глубже в лес. Надеюсь, что они не сменили пароль. Ты знаешь их пароль? Надеюсь. Во что ты играешь, Золтан? Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять. Я знаю, но Скаэтаэли мне как-то предложили покомандовать отрядом. Ничего удивительного, что Лоредо хотел тебя повесить. Но я же не согласился. Так тут недалеко, в принципе, идти. Вот здесь, по-моему. Пришли. Тут я с ними и встречался. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Что? Не, Геральт, я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль. Но все-таки не загибай. Скажи пароль. Кому? Быстрее, они нервничают. Еркегор! Не вопи. Что вам нужно? Отзыв. Хайдегер, я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту. Зачем? Если бы мы хотели поболтать с тобой, мы бы не спрашивали про твоего командира. А Йорвит не хочет с вами разговаривать. Этого ты знать не можешь. Идите отсюда, пока целы. Ха, вы двое нас напугать хотите? На дереве еще четверо. Откуда ты знаешь? Я слышу их дыхание. Один из них болен или нанюхался фиштиха. Как? Откуда? Дышит он странно. Ну что, обмякли, эльфи петушки? Мы просто хотим поговорить с Йорвитом. Ждите на поляне. Краснолют, ты знаешь где. А мы сообщим Йорвиту. Вот и сообщите. Пойдем, Геральт. Я знаю, что они навертели. Я там бывал уже. А в чем дело-то? Это место — логово здоровенного монстряка с раковиной на плечах. Головоглаза в этих местах? Мне казалось, это невозможно. Ну, не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Нас отправили аккурат в ловушку. Возможно. Точняк. Идем. Так, ну здесь, в отличие от драки с Кейроном, нам дадут после разговора подготовиться к драке с Головоглазом. И сейчас, секунду, дайте. Секунду, я хочу посмотреть на эликсир. Итак, ласточка. Надо чайку еще зафигачить. Ласточка, чайка и Волга. По-моему, так. Интересно, чайка у нас получится. Или нам что-то надо еще... Блин, у нас вообще есть ласточка? Тут чайка. Мне чайку надо еще купить. Забыл я, блин. Ладно, хрен с ним. Неважно. Пошли поговорим уже. Вот мы и на месте. А это свиномордие рыщет внизу.
Как раз там, где мы должны были ждать Йорвита. Точно! Что будем делать? Давно я не дрался с главоглазами. А я рвать его мать и вовсе никогда. И об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший? Так, так, давайте. Так, ласточка. Ласточку по-любому придется пить. Грач урон от меча. Давайте грач добавим. Тем более он токсикации очень большой не дает. Сопротивляемость это от отравления. Так, раз. Масло от инсектоидов. Соответственно, главоглаз, насколько я понимаю, он инсектоид, мать его. Идем отсюда. Спрыгивай же, Геральт. Значит, Золтан, он будет обстреливать главоглаза из арбалета. Правда, не знаю, где он его прятал. Долго рассказывать. Говно. Ирден знак, как обычно, на. Так же, как и королева Эндриак, он может атаковать. Сейчас хрен тебе понадобится. Ах ты попал, сука. Уходим. И на крен переключимся. Попадай в ловушку, сука. Только сзади. Ёп, сейчас бы не слиться нахрен. Так, бегаем. Так, здесь зажать может. Ты что ж ты будешь делать, падла? Ласточка, работай давай. Носиться кругами от него, я уже задолбался, честно говоря. Сильный, падла. Это он не королева Эндриак, нахрен. Уходим. Уходим, Геральт. Слишком далеко его не отпускайте, потому что попытается атаковать с разбегу, а с разбегу это охренительная, блин, вещь. Блин, сука, он инсектоид. Как вас столько уродилось? Блять. Уходим. Геральт, сука. Да. Мы слились. Ну а что вы хотели? Трудный уровень. Так, если он... Что бы еще там можно навесить на мечты? Так, скрипки серебряные усилить. Точильный камень, урон. Интересно, сколько их еще?
бьют? Куда это ей? А, понятно. Да ну нахрен. Ловушку попадай, падла. Сейчас сам хитрожу. Может быстро меня так им попробовать? Ага, хрен там. Золтан, давай херач этого гада, блин. Он мне уже достал, блин. Впереди он очень такой охреневший. Вот видите, вот это его особенная атака, как вот. Опс! Я тебя убью, падла! Фу, блядь. Что там у него? Где его? Йорвит. И белки со всех сторон налетели. Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя все равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. Чего ты хочешь, Вадгерн? Говори, пока я не убил вас обоих. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснелен мертв. Его бойцы попали в засаду и были убиты 2 недели назад. Ложь долго не живет, Гвинблейд. Киаран сейчас на барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Если то, что ты говоришь, правда, Дхойне умрет. Но одних слов недостаточно. Ты убиваешь жителей Флотзема, забывая, что среди них есть и эльфы, и краснолюды. Какие они эльфы? У них отняли уважение к самим себе. Приказали жить и умирать по людским законам. Они еще больше Дхойны, чем ты, Геральт. Наемный убийца оказался еще и предателем. Пока у нас есть только его слово против твоего. Кто он такой, что ты так ему доверяешь? Дхойни, который выполняет грязную работенку для Скайтаэли? Он согласился исполнить должное. Он доказал, никто не может считать себя неприкосновенным. Чего ты хочешь, Йорвит? Тебе не понять. Ты прячешься по лесам, убиваешь несчастную деревенщину, жрешь корешки. Мы живем по собственным законам. Делаем то, что должны. Если видишь цель в конце пути, можно вынести очень многое. И что ждет тебя в конце пути? Какое тебе до этого дело, Геральт? Эссат Вадгерн, ты же все послал Айпарсе. Я не все послал Айпарсе. Моя жизнь теперь зависит от твоей прихоти. Потому я и спрашиваю. Вот что я тебе скажу. 2 короля, которые были убиты, это 2 сукиных сына. Они бы детей своих на плаху отправили, лишь бы сохранить власть. Но на Востоке есть тот, кто по праву заслуживает короны. Ты все еще доверяешь этому убийце? Возможно, ты лжешь. Значит, Киаран тоже лгал. Это несложно проверить. Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? В руинах Калмевед.
Он почему-то любит это место. Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Зачем тебе смерть Фольтеста? Может, Фольтест казался очаровашкой, но посмотри правде в глаза. Кем он был на самом деле? Именно он позволил преследовать в Тимерии старшие расы. Он был обычным Дхойны. Но его смерть дала гораздо больше, чем смерть любого другого. Встретимся на месте. Мне надо подготовиться. Вафайль, Гвинблейд. Только не пытайся хитрить. Я пришел сюда с тобой. И вернусь с тобой. Нет, Золтан. Твое присутствие может вызвать подозрение. Как хочешь. Только не строй из себя благородного. Так, вот глаза главоглаза и панцирь главоглаза. Берем. А, сразу не говорите, что готово, потому что вам придется идти с Юратом навстречу. С лета, и дальше уже события будут так весело развиваться, что вы не успеете доделать квесты. Так, почему я здесь разыскиваю? Чего я разыскиваю? Я разыскиваю меч Каэр Морхена. Где-то здесь валяется. Точно не могу вспомнить. Сейчас посмотрим. Так. Может быть, вот где-то там. Вот здесь. Да, вот меч из Каэр Морхена. Ну, сейчас посмотрите. Так, переступень. А, к сожалению, нам не дают войти в убежище Скайтаэли. А было бы интересно посмотреть, где же оно, блин, находится. Находится оно где-то здесь. Итак, меч из Каэр Морхена. Посмотреть. Серебряный меч, кровотечение плюс 7, шансы убийства с одного удара 15-24. Да? Еще у него урон. И сравниваем. Ну, он, блин, крепкий серебряный меч Ведьмака, он гораздо лучше, чем... Да. А, это пока. Так, крепкий серебряный меч. Ну, что, меняем, блин. Что делать? Надеть и... Усилить у нас, по-моему... А, мы скинули же все камешки. Потом усилим. Зашибись. Теперь пойдем к... колдуньи из деревни. Да, но я как-то сразу не втянулся и слился очень быстро, блин, на главоглазе. Это, конечно, пипец полный. Так, главное здесь еще подняться, блин, куда-нибудь. Здесь постоянно застревал. В тайное убежище эльфов зайти. Пустите. Давай здесь поднимусь. Чем хорош точильный камень? Он, видите, держится порядка 15 минут, кажется. На всякий пожарный. Это разоренные гнезда. Индриак. Просто стоит. Это место нам знакомо. И это тоже место знакомо. Так как мы отфигачили 4 гнезда накеров, здесь они как бы ночью почти не встречаются. А так в компании Индриак, будьте любезны. Лепестки
белого мирта. Так, это второе место, где мы королеву Андриак делали. И мы практически добрались до Беньёги. Ну как практически. Не в ту, не в эту сторону, ребята. Вон в ту. Ладно, убираем меч. Бесполезняк что-либо делать. В ночь глухую. Убираем все, что плохо лежит. Все, что плохо растет, так скажем. И давайте. Пойдем. Добро пожаловать, беловолосый. Привет. Давай поговорим. Ты хочешь его продать? Мне надо знать все об этом ритуале. Спрашивай. Ты можешь провести ритуал? Я вижу, все ингредиенты у тебя есть. Если ты решишься, приходи в полночь к статуе Вайопатиса. Хорошо, я приду. Добро пожаловать, беловолосый. Пошли за ней сразу же. Сучка ходит, дверь закрывается. Как вы помните, статуя Вайопатиса, она находится рядом с водопадом и проходом к эльфским, к эльфийской купальне. Быстрее она не пойдет, так что осторожно, чудища лесные. Это где-то. К лесу не подходи. Пошел в жопу. Ну, что там нужно сказать по поводу исполнения этого ритуала? Нам придется в течение какого-то времени отгонять от ведьмы призраков, чтобы она смогла исполнить ритуал. Ну, как обычно, пользуемся для защиты Квеном, Ирденом, для того, чтобы поймать призраков в ловушку. Ну, а на серебряный меч можно намазать еще и масло от призраков. Примерно ту же дорогу идем, которая... Вот она, статуя. Ну, по-быстрому сейчас... Пробежимся сюда. Йо! К этому Менгиру. Вот к этому. Так, чуть-чуть здоровье восполнить. Вот она стоит. Морхину усилить маслом от призраков. И Геральту все-таки вы ничего не даете. Так, филин и ласточку. Забавно. Круг.
пришел, наконец-то. Немногие отваживаются заходить в этот лес, особенно ночью. Белок я не боюсь, а против чудовищ у меня есть свои приемы. Интересно. Это место скрывает такие тайны, которые даже ведьмакам не снились. Пока что главная загадка для меня — это ты. Зачем я тебе понадобился? Я не знаю этого ритуала. Увидишь, когда я начну обряд. Ты готов? Начнем. А теперь смотри, ведьмак. Мне очень хочется на него смотреть. Быстрые удары, очень пользительные, но не давайте себя окружить, можете левее схлопотать. Иди сюда. Так, один попал. Нужно, кстати, от них побегать. Пытаются возродиться. Отходим сразу. Блин, ведьмак задолбал. Прыгать не туда, куда надо. Так, стопы. Просто выманиваем все. Попадайте, ловушка. Хотите? Постоянно возрождаются и убивают нас. Охренеть. Второй раз, блин, слился. Да вообще пипец. Да. Так, главное, чтобы недалеко там от сохранилка было. Поганые призраки. Ну, зашибись, блин. Так, короче, придется, блин, заново бегать здесь, как, блядь, под уровнем, сука. Хроническая арморхина. Взяли. Стопы. Давайте еще раз сравним. Кровотечение 7. Шанс убийства с одного удара. Но все равно меческая молфина. Еще, блин, делать. В общем, такая ботва придется, наверное, все это проскипать, а скорее всего я даже скипать не буду, я просто запишу в следующей части эту батву, потому что сейчас нужно с ведьмой встречаться. Мать его за ногу. В общем, это была 14-я часть, такая сливная, ностальгическое видеопрохождение игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». С вами был Гарыныч, всем спасибо за просмотр, всем счастливо, пока.